Тысячи абонентов остались без света в Павлодарской области в результате сильного ветра. Ремонтные бригады в авральном режиме восстанавливают порывы на электросетях, но ликвидировать все сразу мешает погода. Ураган более или менее стих только к утру. В областном центре сейчас работает 10 аварийно-восстановительных бригад. Сложнее всего ситуация в отдаленных селах и аулах, куда электрики не могут попасть из-за непогоды. На данный час, по информации диспетчеров Павлодарской распределителя электросетевой компании, повреждения зафиксированы на 41 линии электропередач. Из-за ураганного ветра порывами до 30 метров в секунду и более сегодня на сетях АО Павлодарская РЭК было зафиксировано 101 отключение электрической энергии. На данный момент без электроэнергии находится 11 690 потребителей, а также 696 юридических лиц. Все силы Павлодарская РЭК, все службы находятся в состоянии готовности для устранения оставшихся повреждений.